Да? Да.
Ah,
Чернова. Thank you.
Hold up. Опять удар от серии.
очень тягучий. Как это Трохов делает? А? А Трохов так черпит. Два, три. Я никого не знаю. Ну, тронник. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь. Вот у вас два. Молодец. А вы где играете? В Арсенале. Ну там 1 августа закрываю. Приходите к нам со Светки. Где буду играть, не знаю, а? Со Светки. Ну я знаю. Миша что? Начинаю. Миша Дилова, да. Он бы, кстати, вышел в финал. И Коля вышел в финал. Да я видел, да. Я в интернет посмотрел. Надо посидеть, а то сегодня еще и не сидел с утра. Конечно. Я уехал в 11 часов, пока на кладбище заехал, пока туда-сюда. Я в турнирах ни разу не участвовал, надо попробовать, что это такое. Нет, чувствую накалки.
или что? Четыре года, будем отдыхать. Нам не 20 лет. У меня там велосипед, там не отстегнут, нет? А где? Там, при входе. Лучше его, наверное, сюда притащить, да? Я не думаю, но можно сюда затащить. А, не пускай, ладно. Можете здесь прикрепить, на виду, на глазах. Конечно. У меня 7 велосипедов украли. Ничего, Сережа? Да, поехали. Thank you.
Подождем чуть-чуть, а? Все закончится, все. Да, 6-4. А чувствуется с возрастом все тяжелее и тяжелее бегать. А? С возрастом все тяжелее и тяжелее бегать. Конечно. А я уж думал, если он завтра не позвонит, вот вчера, поеду на дачу. Там на даче куча работы. Я смотрю, строит, ёпт. Куда ж ты? Да.
попал. Прямо в линию.
самые большие, да? Только кортов здесь много. 15 кортов. У вас там сколько кортов? У нас 2 вдутики. 5 открытых. Ну, прилично. И зал. Это где-то? И зал. На Арсенале. Арсенал это на Карла Маркса, что ли? Ну, угол Металлистов и Пискаревского. Ага. Там стадион Арсенал. Угу. Это Лаунтеги, что ли? Ну, с 1 августа там закрывают. Ну как можно закрывать здоровье для людей, да? Ну, реконструкция. Одни дома лепят. Что-то делать, не знаю, что.
Завтра, говорят, дождь будет. Ну, не каждый день обещают. Да. Такой прогноз ни за что не отвечает. Можно с лету. Ошибок, а?
6-3, по одной. Война на футболе — это круто. А? Я говорю, война на футболе — это круто. Это как Шарапов на матчболе сделал двойную. Умудрилась проиграть. Вела 5-2 в втором сете. Там девочка хорошая. На тайбреке проиграла, а потом на матчболе двойную сделала. Там девочка хорошая. Девушка-то хорошая, но... В общем, я думаю, она следующий круг проиграет. Там она играет 19-летней американкой. Тут как бы она была не зажата, потому что, ну, проиграет, никто ничего не скажет. Фонаря, и все попадало. Это как Остапенко в прошлом году Ролан-Гаррос выиграл. Тоже. Лупило, и все попадало. А сейчас нет. А сейчас нет. Был момент в жизни. А? В жизни был момент по Остапенко. Много чего не получается. Да. Чайники, они есть чайники. Ищи вашу подачу.
одно, я попал, говорю. Говорю.
надо умудриться, 40-0. Тут мне повезло, последний раз мяч убивался. Сам проигрываешь, как у Шарапова. Бывает. Бывает.
стой. Седьмой час уже. Уже больше 2 часов. Да. 6:11. Начали мы в 4.
сейчас на время, то... На 15-го ты центральный? Да, я пока даю эти сами раз. Он уже готовится. Да, вот такие простые мячи мы и проигрываем. Кошмар.
Иногда, когда долго бегаешь, забываешь счет, поэтому лучше писать, потому что у нас сколько раз были споры. Один считает так, другой считает это. Нет, 3-4 сейчас. Кажется, мяч все на ракетке, где-то положить только и все. Это нет игрового опыта.
одного удара, да, что мне понимаю. Что это за игра? Так вот, ну да, ну на один сет тем более, да. Ну главное, что бесплатно, конечно, там тоже хороший клуб, бесплатно. Ну вы молодец, ходи. Thank you.
но дорожит. А 2000? Чего себе? А 75 и старше бесплатно. А на этой самой, а на Глории там по